Доброе утро! Сегодня 5 июля, и вновь с вами Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о группе, которая приехала, чтобы порадовать вас сегодня вечером. Все подробности через пару секунд. Вчера приснился сон прекрасный! Москва! Группировка «Ленинград». Их новые хиты популярнее старых. Клипы за кратчайшее время набирают миллионы просмотров. И очевидный успех «Ленинграда» – заслуга оригинального вокалиста Сергея Шнурова и его команды. Вместе они составляют сумасшедшее, дикое и остроумное объединение людей, фанатов своего дела. Спектакль на татарском языке «Чудо-таблетка». Уволенный учитель химии Софи разработал лекарство от коррупции и хочет распространить этот препарат не только в своем районе, но и по всей стране. Но эта новость не вызывает положительных эмоций у руководства района. Вечер намечается просто отличный, но не будем останавливаться. Продолжайте нас смотреть, и вы узнаете, какую выставку вы можете посетить сегодня. Выставка «Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи. Экспозиция включает 57 произведений выдающихся художников второй половины XIX века и охватывает период в несколько десятилетий, наполненных творческими поисками и открытиями в сфере русской художественной культуры. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. До завтра и пока-пока!